This is Lotus. This is Lotus. The client with a cargo of opium is starting from Vladivostok tomorrow. Передает Лотос. Передает Лотос. Клиент с грузом опиума направляется во Владивосток. The client with the cargo of opium is starting for Vladivostok tomorrow at 8 in the morning. Well, the cargo is yours. Ну вот, груз теперь ваш. Please. Пожалуйста. Жаль, господин капитан, что вы не можете задержаться на день на два. Был бы очень выгодный груз на Японию. Этот опий нужен заводу как воздух. Один завод потребляет столько опия. Большой стране нужно много лекарств. Значит, прямо домой. Домой. Экипажу дежурной шлюпки к шлюпке. Шлюпку номер один к спуску. Стоп, машина!
не сказал? Да черт его знает, по-русски не бей, не имею. Забыл тебе человек представиться, да? Можно сказать, с Господом Богом беседовать готовился. Страху натерпелся. Видно, и акулусы это бывает, правда, Юра? А Микоша никогда. Маркони, тебя разыскивает начальник радиостанции. Ну, я пойду. Вы думали? Насчет чего? Насчет начальника радиостанции. Выдумал. Сале. Сале. Гоша. Сале. Здрасте. Здрасте. Спасибо. Да, говорят. Да сиди, сиди. Спасибо. Знаешь, я пошел. Спасибо. Ешь. Спасибо. Спасибо. Слушай, Салех, ты долго плавал? Сале. Да, без старых не обойтись. Сале. Верно. Смотайся за дедом. Ага. Войдите. Сергей Сергеевич, ваша помощь требуется. Сейчас иду. Ну, как там наш пловец? Вроде оклемался. Сейчас обедает. Потом пусть ко мне зайдет. Хорошо. What's the name of your ship? Смальда Карстен. Веселин. From Sydney to Yokohama. With cotton. Судно называлось Самуэл де Карлстон. Они шли рейсом Сидней-Якогама с грузом хлопка. А что случилось с судном? What happened to the ship? The cotton caught fire. It spread to the deck, a lot of panic. The crew fought for life belts for the room in the boat. В трюмах загорелся хлопок, и на пароходе начался пожар. Была паника, дрались за спасательные круги, за место в шлюпке. А когда это произошло? When did it happen? Yesterday, in the dusk. Вчера после захода солнца. Часов 20 бултыхался. Do you think somebody else still could be found? Как вы думаете, спасся еще кто-нибудь, кроме вас? If you give us the approximate coordinates, если вы укажете примерные координаты, мы свяжемся с судами в этом районе. Да. Товарищ капитан, прямо по курсу обнаружено судно. Расстояние 40 кабельтовых. Сейчас иду. На палубах никого, на ходовом мостике тоже. Целёхонько. Повреждений незаметно. И флага нет. Что скажешь, комполит? Похоже, что команда покинула судно. Шлюпку на воду! Шлюпку на воду! Разрешите мне, Иван Ильич. Возьмите двух матросов и второго механика. Посмотрите, что там с машиной. Есть. Идите вы, Владимир Иванович, свяжитесь с нами по рации. Всем на борт не подниматься. Двоих оставьте в шлюпке. Есть. Хм,
А говорят, что летучие голландцы только в сказках. Ага. Тебя хлебом не корми, лишь бы потолковать с утра о разные чертовщины. Сейчас разберемся, что это за голландец. Малый вперед. Есть малый вперед. Что-то ребят не видно на палубе. Похоже, решили нас разыграть. Ну, прямо Бермудский треугольник. Радисты на мостик, быстро! Назад.
Четко сработано, малыш. Вы все верно рассчитали, мастер? Я знал, они подберут тебя. Русские отдыхают, мастер. Мы заперли их по каютам. Ускорьте разгрузку, Швейгард. Есть. Я думаю, их надо... Здесь думаю я, малыш. А не жалко? Все-таки они тебя спасли. Шучу, шучу. Я не люблю шуток, мастер. Опиум. Быстрее! Осторожнее несите! Осторожнее с детонатором! А то отправимся на дно вместе с русскими. Взрывчатку в машинное отделение! Давай побыстрей! Давай живей! По палубе ползком! По палубе ползком, слышишь? Давай. Иван Ильич! Иван да. Ильич! Женщин нашел! Их заперли в библиотеке! Ах, черт! К шлюпке! Живей!
со мной по коридору. Я помогу, за мной по коридору. Живы. Майна. Держитесь, Иван Ильич! Руку! Руку давай! Сейчас он нападет ко дну. И пираты увидят нас. Что будем делать, Иван Ильич? Что делать? Купаться в солярке. Вон ее сколько вытекло. Фальшвейер! Мастер. Полный вперед. Полный вперед. Thank you.
Нас мало. Навряд ли мы сможем выгрести против течения. Да. Нас все больше сносит на юго-восток. В таком случае мы все дальше и дальше от караванных путей. В районе с координатами 8 градусов северной широты, 138 градусов восточной долготы, ориентировочно 20 московского. В течение последних суток прекратилась связь с теплоходом Нежин. Прошу следовать этот район, приступить к поиску судна, экипажа. Thank you.
пулемет. Заморите. Пусть бы червяк заткнется. Достаточно он кампус терроризировал. Что будем делать, Иван Ильич? Драться. Чем? А это? И это? Угу. Против автоматов ракетницами много не навоюешь. Thank you.
повторяю вопрос. Сколько человек осталось на судне? Даю минуту. Его. Ты наш друг, верно? Как тебя зовут? Ма. А меня Сергей. Зачем ты его убила? Когда пираты пришли на остров, здесь жило наше племя. Маленькое племя ловцов жемчуга. Они убили мужчин, надругались над женщинами, а этот... Он застрелил моего отца. Ты не знаешь, сколько их всего, девочка? Теперь стало быть 15. Утром они начнут обшаривать остров. Судно нужно брать сегодня ночью. Надо снять пулемет, иначе мы не выберемся из залива. Сделаю, капитан. Возьми кого хочешь. Пойдешь со мной? Боишься? Понятно. Матвеич, возьми меня с собой. Знаешь, на что идем? Знаю. Решим так. В гроте останутся женщины и Клюев. Но вы отсюда ни шагу. С берега вас не увидят. Грот видно только с воды. Пираты же не вечно будут на острове. Когда-нибудь они уйдут. А уж тогда уходите и вы отсюда. Вглубь острова. Там вода и жизнь. Иван Ильич. Не позорьте. Иван Ильич. Ладно. Пойдешь с нами. Есть. Пока всем отдыхать. Ной! Ной, где ты? Ной! Аварийная. С момента потери связи с теплоходом «Нежин» прошло 3 суток. Всем советским судам расширить район поиска с координатами.
Стой! Кто идет? Кто-кто? Стеценко! Игорь Михайлович! 59-го года рождения! Русский моряк! В гости к вам! Готовьте угощение! Аппетит у меня! Пора. Somehow you make me wanna love you till I die. I've never known a life to last. I've seen a lot of lives go past. I don't know how, but I know why. I'm gonna love you till I die. Love you till I die. Ной! Ты куда пропал, Ной? Дай руку. Я думал, ты убежал и забыл про приятеля. Радиорубку. Бандитов запри в трюме. Жив? Насмерть. Гранату бы. Нельзя, рация. Ты слышал? Здесь кто-то есть.
Живых, капитан. Угу. Понял. Я хочу говорить с капитаном. Завтраку. Не велели беспокоить. На завтрак у вас подают свинцовый горох. А, пожаловали. Ну как там, Иван Ильич? Стреляет, гад, патронов ему на год хватит. Продолжать приборку. Приятная встреча, капитан. Побережем любезности до лучших времен. У меня к вам предложение. Видите этот вельбот? Он ваш. Даю вам бензин, компас, карту. И убирайтесь отсюда ко всем чертям. Мне дороги мои люди. Их и так осталось немного. Даже меньше, чем вы думаете. Иван Ильич, готов, радист. Похоже, время, когда условия диктовали вы, прошло. Теперь и рация в наших руках. Не хотелось бы огорчать вас, капитан, но рации у вас нет. Это оттуда. И не все благополучно с судном. Фарватер знаю я один. И, признаться, у меня нет желания наниматься к вам лоцманом. И, наконец... Как вы понимаете, вторая леди тоже у нас. Насколько их пребывание будет приятным, зависит от вас. Так что обдумайте мое предложение. Даю вам время до полуночи. Вперед. Полный вперед. Сережа! Сережа! Надо найти фарватер, Сергей. Сплошные камни. Даже непонятно, как они вошли сюда. Ах, черт. Через 2 часа начнется прилив. Может быть, воспользоваться этим? А женщины? Ну, никто не собирается оставлять их. Выберемся из залива, появится лишний козырь в переговорах. Соглашаться на их условия нельзя. Они не дадут уйти вельботу. Мы много знаем, а им не нужны свидетели. Готово.
Промерь глубину на якорной стоянке. Есть. Похоже, личное досье капитана. Салих, он же Лигуан, он же Нгуэн Чо. Связи в Гонконге, Макао, Сингапуре. На счету 3 корабля. Профессиональный террорист. Разыскивается Интерполом в связи с угоном Боинга 747 и уничтожением пассажиров. Побег из сайгонской тюрьмы с убийством надзирателя. Задушен. Малочувствителен к боли. Пьет много, не пьянеет. Явные садистские наклонности. Слабости. Женщины, наркотики. Опасен. Ждет удобного случая, чтобы взять дело в свои руки. Серьезный парнишка. Швейгерт. Иохим Иоганес. Он же Рольф Шнайдер. Он же Курт Виннер. Карательные операции в Южной Африке. Операции в Анголе. Снайпер. Отлично владеет ножом. Исключительная интуиция в выборе сильной стороны. Патологически лжив. Скуп до алчности. Вынослив. Нетребователен к жилью и пище. Слабости. Сентиментален. Любит мать. При случае пожалуемся старушке. Товарищ капитан, 9 метров. 9 метров – это 31 фут. Зюитвест 100 метров, 28 футов. Это же карта промера глубин. Фарватер в наших руках. Нравится мне это. Что-то уж больно тихо. Восемь метров! Семь! Левый стоп, правый малый назад. 10 метров! Смотри, Матвеич! Мина! Стоп! Полный назад! Не стреляй! Волной от взрыва нас выбросит на камни! Боцман! Приготовить вельбот? Не надо их торопить. Если они согласятся на наши условия, дадут сами знать. До сих пор мы о них ничего не знаем. А ведь у нас их женщины. Вас понял, мастер. На, всыпь ей. Я не бью женщин, у меня к ним другой подход. Другой подход. Смотри, 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 смотри! Если хочешь чего-то добиться, убей свои чувства! Разорвись, как змею! На, поработай, чтобы была разговорчивее. А я пойду побеседую с другой.
ты все это сама видела, девочка. Значит, обе живы. Стеценко! Да? Собери всех, быстро. Есть, Иван Ильич. Ну, будешь говорить. Не понимаю. Тебя что, мутит от виски? Это хорошие виски. Кара! Ты что, не понимаешь по-английски? И по-французски тоже? Может быть, поговорить с ней по-немецки? Но ведь чему-то тебя в школе учили! Ты ведь была по девочкой, не так ли? Впрочем, сейчас мы это проверим. Правда, похоже, вы эту науку в школе не проходили. Эй, Хадя! Нравится? Саля, русский капитан. Я по-прежнему предлагаю вернуть ваших женщин в обмен на моих людей. И вельбот с полным баком бензина. Вот оружие дать не могу. Условия стали жестче. Вы не смогли выйти в океан. А судно? Ведь там мои парни. Поэтому я и предлагаю вельбот. Иначе какие могли быть переговоры? А если я вам хорошо заплачу? Какую валюту вы предпочитаете? Доллары? Фунты? Может быть, джай или баты? Значит, вы нашли тайник. Я должен был это понять, потому как вы уверенно двигались по фарватеру. Только без фантазий, капитан. Я приказал принести в вашу каюту канистру бензина. Последний, кто останется в живых, подождет ее. Вы деловой человек, капитан. Постараюсь укрепить вас в этой уверенности. Поймите, этот опий... Наша добыча. Торговцы наркотиками нам хорошо заплатят. Я же предлагаю вам плату неизмеримо большую. Жизнь. Безоружный вельбот ничего не стоит догнать и раздавить корпусом. Вы рассуждаете так, будто у вас есть выбор. Выбор всегда есть. Например, умереть с честью, а заодно и покончить с вами. Не будем горячиться, капитан. Вы ведь опытный моряк. Посудите сами. Скорость вельбота немногим меньше, чем у судна. Зато у вас будет приличная фора по времени. Пока я буду выбирать якорь, пока стану выходить по такому фарватеру, наконец вы знаете, что выход из залива заминирован. А разминирование требует времени. У вас будет минимум час, чтобы выйти в океан. Потом вы измените курс. При всем желании я не смогу вас догнать. Так что мы решаем? Давайте подумаем.
Значит так, сначала проверка двигателя вельбота, наличие воды и пищи, пробы их вашими людьми. Все должны быть без оружия. Это условие обмена людьми. Главное для меня груз. Все закончим к 6 утра. Отстучи. Мы возвращаемся. Пусть готовят встречу. Окей. Капитана.
Опять ты? Ну что тебе? Не убивай меня! Я тебе пригожусь! Все сделай! Руки! Руки! Выше! Передавай сигнал тревоги. Быстро. Хорошо, хорошо. Только не убивай меня. Я все сделаю. Спроси, кто. Спроси, кто. Кто там? Салех, капитану. Иду. Теперь наши координаты. Координаты. Ну, скоро ты там? Иду, иду! Не открывай ему. Он будет стрелять. Все. Теперь встать. Встать! Всех стран. Совершено нападение пиратов на мирное торговое судно. Просим немедленно двигаться в район, обозначенный координатами. 7 градусов 18 минут северной широты, 138 градусов 11 минут восточной долготы. Всем, всем!